Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. Сегодня у нас вторая серия про самый мощный аккумуляторный триммер от компании Greenworks. 2-киловаттный мотор. Будем сегодня тестировать, косить и сравнивать с другими триммерами. Погнали! Итак, на сегодня у меня в коллекции есть 5 триммеров, с которыми мы можем кое-что сравнить. И сразу же хочу начать с того, что после ролика первого про Greenworks, когда я его разбирал, кстати, кто не смотрел, можете посмотреть, ссылку оставлю в описании, многие написали, что это неуклюжий, огроменный, здоровенный триммер, зачем он нужен. Меня вообще удивляют эти диванные комментарии, эксперты, так сказать, которые сразу кидаются в крайность. Помните, когда были первые видео, когда мы начинали про аккумуляторные цепные пилы? Так что там писали? Ты что, как ты будешь в лесу ей пилить? Ты что, а как же зимой, в тайге? Много у нас людей в тайге пилит или где? Да люди ее покупают просто для того, чтобы дома раз в месяц там 3 доски отпилить. Так же и с триммерами. Зачем вы в крайности кидаетесь? Более того, посмотрите по размеру. Да он не намного больше. Это казалось просто на картинке. Тут просто огромный, ну, как огромный? Он просто выглядит мощно. Он... Это дизайн так сделан. Здесь просто вот эта часть, видите, где провод заходит, она цельная, пластиковая. В этом триммере просто сделали вот эту трубочку. Здесь она покороче намного. А так, просто вот здесь накладку пластиковую вставить, и он будет казаться таким же огромным. Вот и все. Да, вес, возможно, будет уже, конечно, побольше. Но, опять же, это у нас пятерка. Кому хочется полегче, можно... использовать аккумуляторы 2,5 ампер-часа. Давайте, кстати, их, наверное, и для начала взвесим. Есть у меня кантер. В одном каком-то ролике я уже взвешивал. Сразу с двумя пятерками будем взвешивать с аккумуляторами, потому как косить нам с аккумуляторами. 5300 где-то. 5300. Но сразу скажу, конечно, да, это будет тяжелее в разы. Киловаттник, это было 500 ватт. Киловаттник с 4-амперным аккумулятором, комби-мотор Makita. 6100. Так, его мы в конце взвесим. 500-ваттная машинка на 4 ампера XGT. 5100 и старенький мой 365, снятый с производства с двумя пятерочками. Он чуть потяжелее, 5300. То есть видите, два одинаковых триммера на один. На XGT аккумуляторы, но четверка. А тут две пятерки, чуть тяжелее. Но, в принципе, одинаково. И давайте посмотрим, сколько это будет весить штучка. Ух ты! Так, чтобы вам видно было... Ну, почти 10 килограмм. Даже тут это, кантер на 10 всего. Может, даже и больше. Ну, вот по весу, да, вес чувствительный. Давайте без аккумулятора это еще сделаем. Итак, взвешиваем без аккумулятора. Чтобы точнее, потом прибавим просто вес аккумулятора. Я напишу на экране, сколько весит аккумулятор. Это... 7 килограмм, даже больше, 7300 там, где-то так. Ну а теперь давайте перейдем уже к теме, как такой здоровый триммер носить. Для этого компания придумала очень мощную разгрузку. Вот если взять ту же Makita, это лямочки, это как бикини. Кстати, не знаю, можно попробовать чисто ради интереса. Вот
Ну, я не знаю, это нужно какое-то продолжительное время работать. Я бы не сказал, что я чувствую какой-то дискомфорт. Да, он тяжелее. Но теперь давайте я вам покажу, как надевается мега. Мега мощный. Мой мега мощная разгрузка. Кто не смотрел видео, можете посмотреть. Здесь есть регулировка спины по высоте. Я не знаю, микрофоны, может, будут мешать, поэтому извините, если будет дискомфорт со звуком. Ну, поехали. Один раз вы это все настраиваете, и потом это все одевается очень легко. Для начала застегиваем пояс. Далее застегиваем грудь. Здесь как сделано? Вот мы застегнули, это на нас одет жилет. А разгрузка уже, она прицеплена сюда отдельно. Ее можно вот эту вот штуку снять. И она висит как бы не на у вас на плечах, как в Макитовском, а она висит на самой разгрузке отдельно. И она уже не так тянет. И поэтому ее вот тоже отдельно застегиваем. Если надо, где-то поджали. Я, наверное, микрофоны чуть-чуть переставлю. Вот так. То есть ты чувствуешь, что она, ну, на спину не давит, тут все мягкое. Плюс еще сюда можно прицепить сумочку, которая идет в комплекте. Правда, не знаю, зачем ее носить с собой, но такая возможность здесь присутствует. Не знаю, ну, а нет, тут сзади есть под нее. Ну, короче, не важно. Сумку можно носить. В сумке можно что у нас носить? Ключик. Хотя для ключика здесь есть кармашек прямо на жилете. А ключик нам нужен единственное для чего. Снять катушку. Хотя ее снимать вообще не надо для того, чтобы поменять леску. И открутить кожух. Единственное, что, ну, смысл тогда этой сумки, если кожухи нам носить с дисками, где-то еще нужна сумка. И поэтому не знаю. Но то, что она есть, это прикольно. Просто даже хранить этот инструмент намного становится удобнее. Берем обязательно защиту. И здесь есть быстросъем. Для того, чтобы быстро скинуть триммер, если он у вас... что-то случится. И вот неправильно я делаю сейчас. Для этого надо сделать вот так. Крючок сначала спокойно натянуть, потому что неудобно. А теперь уже можно цеплять триммер. Очень удобное, что здесь, видите, есть много расположений в зависимости от веса аккумулятора. Например, если мы вешаем на самый край, у нас будет аккумулятор перевешивать, видите, и косить нам так будет неудобно. Нам все время надо направлять его вперед. Меняем куда-нибудь вот на это положение, и все. Триммер у нас сам как бы легонечко падает. Я вообще не чувствую какой-то, ну, дискомфорта какого-то. Ну а теперь предлагаю покосить. Как я уже говорил, в триммере есть три режима. Первый. Также есть режим реверса. Если зажать кнопку и держать. Реверс нужен для того, чтобы раскрутить траву, которая у вас намотается. И здесь установлен в самом триммере какой-то интеллектуальный режим, который сам определяет, какая оснастка у вас стоит, катушка либо диск, и сама регулирует число оборотов. Как это делается, я не знаю, будем сейчас смотреть, проверять. Начнем вот с этой, наверное, травки.
и пойдем туда гусеника, и потом перейдем к тому бурьяну. Ну, на бурьян нужен, вообще, да даже в описании написано, туда нужен трехлопастной диск, либо двухлопастной, который работает как мульчирование. Тоже будем проверять. По идее, должны подходить. Катушка сюда от Makita уже не подойдет. Здесь у Makita резьба М10 1.25, а здесь М12 1.25. Что, начинаем с самого маленького режима, с первой скорости начну. Переключаем на вторую скорость. Что я хочу сказать, нет ни малейшего намека на какие-то затруднения. Он просто тащит и фигачит. Третью скорость включаю максимальную. Ладно, давайте попробуем вот это вот мощное поле, которое не берет ни один триммер, особенно с леской. Ну, трава, чтобы вы понимали, здесь вон, выше колена, и она здесь настолько густая, здесь, ну не знаю, здесь только ножом работать, но мы попробуем леской. Да, вот большие кусты, это и на, у меня и на тех триммерах, на толстых кустах тонкая леска разрывается. Поэтому отключаем. Желательно вытащить аккумулятор. Нужно разобрать катушку и чуть-чуть ее размотать. Также вот эти катушки, они продаются отдельно. Именно гринворковские. Вот, если мы намотали, сделали, что леска сильно торчит, видите, можно спокойно вот так сделать. Заматывает. Я здесь настолько сильно намотал, что
Тут никакой реверс не поможет. Но опять же, мы сейчас косим ту траву, которая не подходит. Для сравнения, давайте сейчас сюда каким-нибудь другим 500-ваттным триммером зайдем, и вы поймете разницу. Вообще, такую траву надо косить, если уж леской, то вот так по порядку. Поняли, ему вообще абсолютно пофигу, он не чувствует никакой нагрузки, он не останавливается. Давайте вот возьму сейчас другой триммер, и вы поймете, о чем я говорю. Для понимания, что вот я взял сейчас триммер 500 ватт Makita и эту же самую траву. Видите? Когда он вот эту внизу траву попадает, все, он начинает останавливаться. Ну то есть мы его перегреем. О, ракета пошла. Мы его просто перегреем и ничего хорошего не выйдем. Он у нас сгорит. Даже не одна, а три ракеты. О, где-то сбили. Вон там. Вот в таких условиях нам приходится работать. А теперь давайте покажу, как киловаттничком. Нет, это комби-мотор. Ну, тоже неплохо. Ну, тоже чувствуется, что ему чуть-чуть есть. Ну, ощущается, что он, как сказать, ощущает нагрузку, в отличие от этого, который вообще не чувствует. Так. Но по ощущениям, как будто у этого реально оборотов меньше работает эта система, если их тут 5500. Вот на той, на третьей скорости на комбимоторе скорость больше прямо ощущается. За счет скорости он, наверное, и так же косит примерно. Но этот вообще не чувствует нагрузки.
Как я уже во многих роликах говорил, многие вот не понимают, что это за трава. Она внизу очень густая. Именно сверху, да, любой триммер скашивает. А когда мы доходим до земли, они почти все задыхаются. Этот вообще даже не ощущает нагрузки. Даже скорость вот у него меньше, но он внизу нагрузки не ощущает, в отличие от того. По тому, что вес, я веса не чувствую. Это работает, абсолютно хорошо работает разгрузка. Давайте поменяем диск на, точнее, катушку на диск трехлопастной. Для того, чтобы поставить трехлопастной диск, необходимо менять кожух. Кожух нужен без ножа. Поэтому вот откручиваем мы три винта. Спокойно сняли кожух. Также снимаем катушку. Сняли катушку, посмотрели, нет ли у нас тут травы лишней, а трава вот сюда все равно залетела. Но это видели, там мы зашли в сильно густую, прям сильно замотались. Но опять же, видите, она попала только под чашку. На подшипник здесь есть еще одно лабиринтное колечко защита. То есть под подшипник, я думаю, попасть тут будет тяжело. Ставим кожух для трехлопастного диска. Закручиваем ключом из комплекта. Винты здесь удобные. Большие, шляпки большие. Затягиваются легко. Резьба такая, которая легко крутится, я думаю. Это сделали они, конечно, удобно. Ключик, чтобы не потерять, кладем обратно в сумочку. И из сумочки нам понадобится несколько девайсов и гайка. И другой ключ. Берем диск. На диске здесь указана стрелочка. Не знаю, зачем она, он двухсторонний. Он заточен на две стороны. Его пофигу, как ставить. Шайба. Еще одна шайба. Гайка. Так, все же ключ нам вот этот нужен для того, чтобы зафиксировать. Пробую на первой скорости. Ну, да, этот диск прямо для этой травы. Вторая скорость. Включил максимальную.
Прикол этого ножа в том, что, видите, когда я скосил большие кусты, они в сторону ушли, и потом можно их домульчировать, чтобы они высохли быстрее, чтобы не собирать их, не сжигать. Здесь прям дофигища мульчи получается. Получается вон. Ну фигачит он, конечно. Вот это я теперь спокойно скажу. Я ждал этот триммер, чтобы наконец-то это все покосить. Да и у тещи я теперь буду брать только этот. Ну теперь давайте выводы. Вообще, ну я сейчас вышел чисто покосить, попробовать. В такую жару я, конечно, не кошу. Тут просто стоять невозможно. Не то что работать, я мокрый весь уже. Ну вот после продолжительной работы сейчас уже, скажу честно, ощущается небольшая усталость вот на плечах, на этом. Но не знаю, будет ли это прям сильно сказываться. Работать можно. Костюм вот этот, разгрузка офигенная. Снимает нагрузку, это факт. Триммер мощный. Другой момент, что для таких участков, как у меня, конечно же, подойдет и маленький триммер, и можно спокойно сбегать, поменять батарейки, перезарядить. Кстати, давайте попробуем, что у нас. У нас две палки уже ушло. Ну, аккумулятор не горячий, тепленький. Сверху теплый, из-за того, что солнце на него здесь светило, резинка теплая. Здесь внутри все холодно. Возможно, на аккумулятор, хотя нет, здесь никаких продухов к аккумулятору не идет. А продухи идут. Давайте сейчас я его включу. Вот отсюда у нас.
Горячий воздух прям выходит. То есть воздух оттуда выдувается. Ну, короче, триммер этот для более профессионального покоса, когда у вас есть огромные участки, вы идете и весь день вот так спокойно косите. Маленький участок, естественно, для дома, он, наверное, будет дороговат. Как вот для меня, я бы, наверное, не купил. Хотя, если посчитать, сколько я потратил уже на макитовские триммеры, я бы не сказал, что это дорогой. Тут решать вам. Вы видели, какие кущеря здесь. Эти триммеры я почему и не скашивал, потому что они не берут. Эти триммеры просто не берут эту траву. Я это пробовал. Поэтому я ждал что-то помощнее. И вот этим триммером я уже вот эти кущеря скашу спокойно. Но если вовремя косить траву, как я, проходить газонокосилкой вовремя, за глаза будут и небольшие. То, что здесь каркасом сделано, реально, вот у меня больная спина, она реально поддерживает. Такое ощущение, это реально как корсет для больной спины. Вот есть такие у меня знакомые, ходил на работу все время с такой фигней. Поддерживает тебя, ты прямо чувствуешь вот эту поддержку. Ну что еще сказать? На этом, наверное, закончим. У нас еще остался один диск для кустов. Кусты мы поснимаем, наверное, когда я поеду к теще в деревню. Потому что здесь у меня нет таких кустиков, которые покосить. Диск тут тоже интересный, похож на как будто на цепь. Вы знаете, на Алиэкспрессе продаются диски, которые цепью, настоящей цепью окружены. А этот прямо из металла выгнут так, как будто это цепь. Ну, на этом спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. И пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого триммера. И старайтесь не вдаваться в крайности, когда типа, когда сначала мне писали, что эти триммеры, да что, это же игрушки, что ими косить, надо только бензиновым. Показываю вам мощный триммер. Ты что, он огромный, мне и маленького хватает. Вы там определитесь, ребята. Все, всем пока. В чем сложность вообще была этого участка? Здесь несколько лет пару не косилось. Видите, внизу сухая трава, то есть вот это вот вырастало выше головы, потом падало от ветра, высыхало, и на следующий год здесь заново вырастало. Вот сейчас благодаря этому гринворковскому триммеру я выкосил, ну, не все, частично, убрал вилами, вот скирда такая выше меня получилась. И еще газонокосилкой прохожу. Вот видите, здесь еще трава есть. Вот здесь два рядка уже нету. Досинка. И вот так природа, как это сказать, природа вытесняет человека. Вот если к забору подойти, за участком уже никто не живет, ни у кого огородов нету. Здесь вот происходит вот такая жесть. Там вроде как озерцо даже есть, потому что вот камыши. Ну вот, прошелся как пылесосом. Но вот это я, наверное, уже смысла нет собирать. Вроде и берется, а вроде некоторая еще растет. Геморрой, наверное, сама прыгает здесь со временем. Здесь уже вот такая огромная куча. И вот это еще осталось побороть, и все.